Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и киевское правительство начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность артобстрелов, пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей. Он сделал это не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить. И я полностью это поддерживаю. Это именно то, что ему следовало сделать, поскольку в противном случае они бы так и продолжали убивать людей. А теперь Джо Байден делает вид, что Путин агрессор. Путин не агрессор. Агрессор — это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами. Мы недавно построили еще 3 на чертовых Филиппинах. Мы построили 2 военные базы в Сирии, которую мы незаконно оккупируем. Но они все равно уверены, что вы достаточно тупы, чтобы верить в эту чушь. А знаете почему? Потому что большинство из тех, кто смотрит MSNBC, CNN, кто читает New York Times и Washington Post, действительно таковы.